Привет всем моим зрителям и друзьям! Сегодня мы отправляемся в очередное путешествие. Путешествие в город Казанлык. Чем знаменит город Казанлык? Тем, что он расположен в Розовой долине, где выращивается болгарская роза в промышленных масштабах. И сейчас, в эти выходные, там проходит праздник розы. Он идет с середины мая и до середины июня. Бывают разные мероприятия, но вот эти два выходных там проходит праздничное шествие, выбирают королеву розы, и поэтому это очень интересно. Всем нам приятного путешествия. Мы покинули Варну. Сейчас температура воздуха 26,5 градусов, очень тепло, солнечно. С другой стороны, тучек тоже достаточно много, поэтому может и дождик нас накрыть. Вот такие у нас горочки. Каждый раз их снимаю, не могу досмотреть. Такое красивое небо сегодня. Сейчас мы подъезжаем уже к Шумину. Будем поворачивать на Рижский проход. Мы много раз здесь ездили. Но каждый раз дорога удивляет. Каждый раз она совершенно разная. Сегодня тепло, 23,5 градуса. Здесь по обочинам дороги растут такие желтые кусты. Или маки вот сейчас. Все так цветет красиво, как естественный газон. Он какой яркий. Красный, сиреневый. А тут так прям вообще красота. Вот и желтые кусты подоспели. А мы сейчас будем поворачивать на Шумин. Через 400 метров. Съезд справа. Да, мы сейчас поворачиваем на Шумин и едем в Рижский проход. Ой, какая красота. Посмотри, какое сочетание цветов. Да. И еще маки тут добавились. Ой, это уникально просто. Красота. Как они так сделали? Я не знаю. Как-то естественным путем. Да что ты, это дизайнер поработал. Да, ландшафтный. Природа дизайнер. Какая красота! Просто обочины дороги расцвели разными красками теперь. И совсем другой вид. Красота! Ой, а тут посмотри! Да. Это уникально, но я боюсь, что он не увидел. Камера не увидела. Да, это немножко в стороне осталось. Вот эту дорогу мы уже 100 раз снимали, но вот такое разноцветие. Мы первый раз попали в такое какое-то разноцветие. Ой, как красиво! Это Рижский проход. Вот так вот красиво выглядит город. Это Веселиново. Такой сарайчик полуразрушенный с болгарским флагом. Вот веселиновцы сидят, отдыхают. Вот какие красивые горки. И все в деревьях. Лес есть везде. Нет голых таких вот скал. А здесь все так красиво, живописно. И вот везде такие вот лесные, пусть даже не очень высокие горки. Вот они, горы, горы, горы. Ой, красиво! Каждый раз я зарекаюсь, что я не буду снимать дорогу. И каждый раз я ее все равно снимаю. Ну, это просто какое-то наваждение. Все равно, как говорится, люди не увидят, а все равно снимаю. Вот смотри, это та самая петля, которую мы в прошлый раз снимали, когда еще здесь не было зимой, когда мы ехали, помнишь? Пампорово, по-моему. И мы тут тоже эту петлю, я ее даже, по-моему, фотографировала. Мертвая теперь, петля. Теперь сделаем петля зимой. Петля зимой, летом. Петля летом, да. Приехали к источнику. Сейчас будем набирать воды. Справа виноградники, а слева вот такая красивая панорама. Да, мы прилип, покинули. Продолжаем движение на трассу А1. Наконец-то я нашла коров. 800 метров. Кадре. Поверните направо. Супер, мои коровки. Как я вас люблю. Метров.
Поверните направо. Ой, ой, подожди, барашки. Хорошо. Добрый дождь. Лари финиш. Поехали. Сингур Лари. Поскакала галопом. Давай обгоняй, будем снимать. Кухьё, обгоняй. Обгоняй лучше, чем. Она едет быстрее 50 километров в час. О, красавица. Ну что, мы сейчас его догоним. А за этой лошадью мы долго будем ехать? Давай мы... Как скажешь. А давай объедем ее. Я ее сбоку сниму. Ну что ты? Да, давай. Ну ладно, объедем, только не на поворот. Хорошо, давай после поворота. Класс. Просто она еще может повернуть куда-нибудь. Да куда? Лошади — это наше все. Хвали цыгане, не догонишь. Но это не цыгане. С трассы А1 мы повернем на Старую Загору. Старая Загора является 6-м по величине городом Болгарии. Население ее 135889 человек на июнь 2016 года. Старая Загора – город с богатой историей. Согласно археологическим данным, область была заселена уже в 6-5 тысячелетии до новой эры. В 1360 году этот город завоевали турки, и назывался этот город Эксихисар. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 город был почти разрушен турками. Тут интересная история об этом есть. В 1956 году в Старой Загоре был введен в эксплуатацию завод первичной обработки хлопка. Потом в 1976 году он тоже был важным промышленным центром. Также здесь производится пиво «Загорка», известное на всю Болгарию. Ну, в общем, это такой развитый в промышленном отношении всегда был. Но мы в нем останавливаться не будем. Мы оставили Старую Загору в стороне и поехали на село Ягода в сторону Казанлыка, где находится наш отель. Село Ягода находится в Старозагорской области. Население составляет 2809 человек. Ну, это небольшое село. И здесь мы нашли отель, самый дорогой, какой только можно было найти, потому что все отели на праздник розы бронируются заранее. И, естественно, поскольку у нас не было таких конкретных планов, то мы заранее ничего не забронировали. И нам удалось забронировать только этот дорогой отель в селе Ягода. Этот отель, он какой-то специальный, спа с бальнеологией, но мы забронировали только одну ночь, и нам совершенно не удастся воспользоваться всеми этими его прелестями. Хотя можем какое-то время там показать вам, что это за отель. Цену я напишу, цена, я уточню, просто не помню, по-моему, 78 евро. А не лево. Это так стоит пятизвездочный отель в приличном городе. А на курорте у нас за эти деньги можно сутки жить и все включено. Цена, конечно, большая, но поскольку праздник очень популярный в Болгарии и не только. Есть туры прямо из Европы на этот праздник, из Румынии. Поэтому... Ну, что делать? Короче, мы сейчас заедем в этот отель и поедем дальше в Казанлык. Ближе нам ничего снять, как я уже сказала, не удалось. Сейчас посмотрим, чем нас встретит село Ягода. Вот тут красивые места. Мы едем в село Ягода. Здесь такие живописные места около Старой Загоры. И в сторону Казанлыка. То есть мы, в принципе, едем по маршруту на Казанлык. Сколько народу едет туда? Это очень много. Какая стенка. О, красиво.
дороге мы никогда не ездили. Это дорога на Казанову. Какие красивые горы на горизонте. Вот ягода. Мы туда едем, в это село. Потому что так бы мы поехали в Казанлы прямо напрямую, но мы заедем сначала в отель, а потом уже поедем в Казанлы. Место очень красивое. Да, вот указатель ягода. Ягода. Один такой золотой отельчик. Я думаю, это наш. Вон написано, хотели спать, мы уже приехали, в общем. Минерал ягода, больнела медик спа, хотельский комплекс. Все. Вот мы и приехали. Вот сюда? Паркинг, спа-термал. Да, это наш. Да, наш да, минерал? Да. Мы приехали на паркинг. Вот так выглядит отель, в котором мы забронировались на ночь. Так, все. Так. Кто-то любит лошади. Какой у нас номер? Так, мы приехали в отель. Вот такой у нас номер шикарный. Прошу вас. Вот такая у нас кроваточка. Ну, панель, конечно, не огромная, но она есть. Какой у нас тут балкон. Вот так у нас классно выглядит номер. Сейчас мы заносим чемоданчики. Все есть, кондиционер, телефон. Шикарный вид. Нет, ну, когда такой вид, в принципе, отель своих денег стоит. Раз, раз, проверяю этот матрас. Хо! Ну, отлично. Ты прям как Виталик. Я как Виталик. Наш кумир. Ну вот, заходим в туалетик. Ну, и что так, мы видим? И что мы видим? Ну, ничего такого сверхъестественного. Все нормально вроде бы. Чего? Душ, кабинка. Есть. Даже она какая-то увеличенная. А как вам вот это? Супер. Супер. Отлично. Я предлагаю тут еще пожить. Один денек. Когда так классно, то хочется остаться. Книжечка с информационными услугами. Вот Wi-Fi. Цена распись. Баре. Сколько стоят всякие услуги? На завтрак. Завтрак, конечно, бедненький, слабенький, но... Нормальный. Нормальный? Угу. Все без масок. Все лапают со шведского стола все эти яичницы. Такого кремерки, уже все прошло. Прививка – это важно. Так выглядит наше кафе. Очень жарко сегодня. Хорошо, всем приятного аппетита. Здесь беседочка. Можно посидеть, отдохнуть, поработать. Вот как... Посажены розы вместе с туями. Вот так выглядит эта беседочка. Пальчик, коридоры, коридоры. Пахнет спа. Наш панорамный барчик чудный. Ну, больше снимать тут особенно нечего. Ну, вон наша парковка. Ну, всем-всем. Открываемся. И входим. Блогер. Будет клумба красивая. Еще не доделана, видно. Но тут вот, видишь, уже
Привет. Мы последние. Какие жабы! Батут для детей. Мы идем в спа. А мы здесь видим бассейн. Вот бассейн, спа-центр. Вот спа-центр, ресепшн. Тут ценораспись, механотерапия, аппарат эндрена. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Не, не искам, не что. А, чти. Да ничего, вода вроде не такая холодная. Не такая холодная? Не такая. Или холодная? А! Сколько градусов? 31 градус. Вот ты думаешь? Да, по описанию. Утоплю камеру. Да. Здесь глубина 1,80 м. А вот там находится джакузи и детский бассейн. Так, сейчас мы туда сходим. Ой, сколько народу. Так, в джакузи не пойду. Ну, сейчас мы зайдем во внутренний бассейн. Здесь температура воды теплее. Ой, как здесь тепло. Здесь температура воды 35 градусов. Вот здесь мы и покупаемся немножко. Здесь гидромассаж. Посмотри, какой фонтан. Сива нас купает. Вода горячая. Здесь можно посмотреть, какие свойства целебные этой воды. Конкретно в этой таблице написаны все минералы, которые здесь есть. Тут есть джакузи, можно не плавать. Есть вот такая маленькая джакузи. Да, попали в царство спа. А вот здесь вот можно заняться спортом. Мы едем в селе Ягода, и тут есть церковь Святого Архангела Михаила. И мы хотим ее посмотреть. Тут в канаву не упадите. Хорошая такая улица. Ну, это же село Ягода, понимаешь? Это же не тебе что-то. Ягодное такое место, да. Ну, тут всякие бродячие собаки. Кто-то меня спрашивал, много ли животных в Болгарии бездомных. Полно. Вот просто здесь полно. Вот сейчас мы уже почти приехали. Вот мы в селе Ягода нашли такой храм Святого Архангела Михаила. С трудом, правда. Дорога к храму оказалась нелегкой. Но, в принципе, мы нашли этот храм. Он новый относительно. Там внутри есть иконы. Но я думаю, что сегодня почему-то он не работает. Такой красивый храм. 360 градусов горы. В розарии. В розарии. Наконец-то мы отыскали розовые где-то поля. Хоть какие-то розы.
И запах есть, действительно. Есть? И вкусный? Угу. И столько бутонов. Их еще много-много будет. Вот ты говоришь, они заканчиваются. Посмотри, сколько нераскрытых бутонов. Сколько там нераскрытых бутонов? На это розовое поле мы заехали по дороге домой. Хотелось увидеть, как растут розы вживую на поле, как их убирают не девушки в национальных костюмах, а простые люди. Это тяжелый труд. Под палящим солнцем женщины складывают лепестки в прозрачные мешки, а потом их увозят на переработку. Болгарская роза – это масляничная дамасская роза. Она была завезена в Болгарию 300 лет назад и хорошо прижилась в болгарском горном климате. Сбор розовых лепестков начинает в конце мая. Болгария – лидер в Европе по производству розового масла. 95% масла уходит на экспорт. Цена розового масла на мировом рынке 5-6 тысяч евро за килограмм. А для производства килограмма масла нужно минимум 1 тонна лепестков розы. Наше путешествие на праздник розы закончилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И впереди еще будет много интересных путешествий.